Итак, привет всем. Хочу рассказать вот про такого бота. MemeFi называется, MemeFi Coin. Здесь просто что, тапаем, как обычно. Как некоторые вот тапали, как она это. Ноткоин, да. Ну там, в принципе, копеечки раздали. Ну, все-таки не верили. Вот тоже такая же шляпа, тапалка. Может быть, что-то даже и насыпят. Ну, не что-то насыпят, а действительно что-то насыпят. Что тут надо? Тут просто переходите по ссылке в боте. Попадете вот сюда. Даже можете в комьюнити подключиться. Вот. Тут Discord, Twitter, Шмиттер, ТикТоки. Нажимаем Play to Earn. Play Earn. Да? И нас вот так что тут показывают, короче, вот показывают вашего героя, да, и все, и понеслась тапание, вот это тыканье. Можно автокликер поставить, кстати, я оставил, сейчас что-то заморачиваться. Так бывает, на работе сижу, тапаю, если делать нехуй, а так в основном что, в принципе. Также есть тут, как и в предыдущих, да, во многих тапалках есть вот это турбобусты. Турбо это, короче, она дает за тап там 50-60 монет. Дамадже это урон, ну да, это сколько за один тап вот сейчас. У меня сейчас 6 монеток выпадает за тап. Блять. 6 монеток за тап выпадает. И вот с каждым разом у вас увеличивается, увеличивается. Вот можете видеть, по 6 монет у меня падает. Также второе, энергия восстанавливается, как капа. И восстановление скорости. Бот тут скоро появится, пока нету бота. Ну вот, как-то так. Речаржинг спид, короче, скорость восстановления у меня апгрейд максимально. Речардж, вот это вот молния, вот это вот, это у нас заполняет полностью вот эту штуку, вот эту вот. И все вот таким. Также есть уровни тут. Вот. Первый вот такой был. Этот Пепе. Это не знаю кто. Ну и таким темпом. Так. Второй левель 50 тысяч. Третий 100 тысяч. Ну и т.д. и т.п. Вот такой, короче, бот. Кого заинтересует, ссылку оставлю в описании. Все, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.